В областной столице на улице Цветочная строят школу на 1224 места по национальному проекту образования. Сейчас готовность объекта составляет 25%. По поручению главы региона увеличено число строителей. Сейчас на площадке работает 230 специалистов. Полностью выполненный фундамент будущей школы, завершается устройство инженерных сетей и дренажа. Ведутся монолитные работы, бетонирование плиты малого бассейна, кладка стен, устройство опалубки перекрытия кровли и другие мероприятия. Губернатором Игорем Рудени поставлена задача обеспечивать развитие социальной инфраструктурой в динамично строящихся микрорайонах в муниципалитетах Верхневолжья. Одним из таких объектов станет школа по улице Цветочная в Заволжском районе Твери.